Ребята в магазине бомбили, сделали хорошие продажи, хорошую выручку. Вот приехала новая партия электросамокатов. Так, вот она, наша партиечка. Здравствуйте. Самокатов. Здрасте. Так вот, выгружаем баллон. Вот решили с пацанами затестить Мерс. Ой-ой-ой, Санечка. Так, отправили курьера. Молодого сегодня первая заявка. Как ощущение вообще? Да, вообще как. Итак, всем привет, вы на канале Путь к миллиону, с вами Саюб. И вчера у меня был выходной, я не знаю, за последние несколько недель. До этого я вообще без остановок работал, и вчера решил отдохнуть немного, дать себе поменять атмосферу, обстановку. Там покатались на крутых тачках, пошопились, купили таких хороших, качественных вещей. И сегодня еду бомбить, несмотря на то, что я вчера отдыхал. Ребята в магазине бомбили, сделали хорошие продажи, хорошую выручку. И сегодня я к ним присоединюсь и будем бить свой рекорд. То есть выжимать по максимуму те возможности, которые у нас имеются, для того, чтобы появились новые возможности. Так что следите, налейте себе чаю и приятного вам просмотра. Все, других самокатов там нет. Нет, во-первых, у нас здесь ассортимент большой, порядка 30 моделей, да, еще другой товар стоит. То есть все есть, и по кредитной карте тоже можно оплачивать. Мы являемся официалами, поймите это. Вот приехала новая партия электросамокатов. Сейчас будем выгружать. Ваня, как обычно, обрабатывает заявки. Вчера, кстати, когда меня не было, они добомбили, сделали 5 продаж по электросамокатам. Все цифры можете так перейти, посмотреть по ссылке в телеграм-канале. Мы продолжаем бомбить. Так, вот она, наша партеечка. Здравствуйте. Самокатов. Здрасте. Сейчас будем выгружать. Кирюха качается. Поможешь выгрузить? Вот, выгружаем баллон. Кракен, который мы полюбили с недавних времен. Все, спасибо. Удачи. Можете вот близко к шлагбаум подъехать, он сам откроется. Хорошо. Все, спасибо большое. Угу. Все, будем бомбить дальше. Наш. Открой. Вот решили с пацанами затестить Мерс. Такой неплохой. Есть новая. Она прям новая. 610 километров пробег, прикиньте, пацаны, она прям новая. Охуеть. А это сенсор, напоминает, интересно? Ну да. Ебать. Ой-ой-ой, Санечка. Катит по району уверенно, черный мерин, да, весы умеренный, агрессор намеренный. Документы утеряны, но сотрудник не верит им, мало. Блин, дай бог каждому, кто стремится к чему-то, взять такую тачку, чтобы не арендованная была, а своя. Она очень крутая. Прямо сейчас покатались по дворам, очень сильно кайфанули. Вот, такая прям мощная доза мотивации. Все. Так, отправили курьера. Клиент смотрит Куга Макс Пит. Впечатление о Мерсе. Сегодня покатались. Как тебе вообще Марс, вот этот аппарат? Мы, короче, его специально здесь оставили, чтобы обратно домой на нем поехать. Если не заберут, да, поедем на нем. Открылся шлагбаум? Налево. Все, едет еще один, да, клиент. Потом направо. Сейчас будем ему продавать либо Max Speed, либо Kuga. Не Kuga, а Wallong M4 Pro на 15 ампер. Я думаю, что можно будет дать ему прокатиться,
чтобы он почувствовал разницу. И в любом случае мы с них нормально заработаем. iPhone через кулера, заворачиваем Max Speed, чеки выписали. А Кирилл все еще сидит. Заявки есть? Заявки уже пошли? Пишут, но мало. Сколько у тебя сейчас активных объявлений? На втором аккаунте 80. 80, да? Но я думаю, что скоро у него заявок будет все больше и больше. Он сейчас обработает все и... Скоро, я думаю, вы увидите его первую продажу. Молодого сегодня первая заявка. Как ощущение вообще? Да, вообще кайф. Кайф? Да. Человек скинул свои данные. Я как же спрошу сегодня у него. Как Саюб говорит, он до сих пор сидит, смотрите. Но закрыл первую продажу. Красавчик.